Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня рассмотрим следующий вопрос. Какое решение вам важно принять прямо сейчас, чтобы наше взаимодействие было максимально эффективным? Вопрос, собственно, такой стимулирующий клиента сфокусироваться на том важном, что он сейчас рассматривает в сессии и предлагает ему немножечко сделать шажочек вперед и выбрать то решение, которое вот можно сделать прямо сейчас. Условно говоря, как будто бы коуч подсвечивает, что открывается окно возможностей для клиента вот здесь и сейчас, наконец-то разобраться с этим вопросом и принять то решение, которое либо он очень часто откладывал до этого, либо, может быть, он это решение каким-то образом нашел в процессе взаимодействия, либо у него, может быть, какие-то были там, может быть, страхи, может быть, сомнения, может быть, он ждал какого-то знака дополнительного, чтобы принять какое-то решение важное для него. А может быть, он вообще даже этого, собственно, и не рассматривал. И вот это вот осознание, оно пришло в моменте, в процессе работы с коучем уже. То есть, когда клиент начал эту работу по своему запросу. Я еще раз повторю этот вопрос. Какое решение вам важно принять прямо сейчас, чтобы наше взаимодействие было максимально полезным? Здесь важно, может быть, немножечко интонацию сделать помягче, но концепт, в принципе, он звучит таким образом, что призыв на фокусировку на том действии. Всем добра, пока-пока.